Рад приветствовать вас в новом видеоуроке. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить полезные видеоуроки. Сейчас мы разберем с вами такой очень интересный и полезный на самом деле сервис jukeblocks.io, который позволяет нам сгенерировать шаблон вашего будущего трека вообще просто за два буквально нажатия. Как он работает? Для начала я рекомендую вам зарегистрироваться на этом сайте. Как это делать, я думаю, объяснять не нужно. И дальше вы выбираете жанр, в котором вы работаете. Ну, давайте выберем, допустим, drum and bass. Окей. Такой жанр музыки. Мы нажимаем Generate. И смотрите, что делает этот самый сайт. Он создает структуру трека. То есть он создал такие маркеры условные, да, что начинается все с интро, потом будет дроп, потом брейкдаун и потом еще один дроп. В принципе, вполне нормальная структура. Мы видим, что предполагается наличие бочки, но мы можем ее удалить, если нам вдруг не нужна бочка в электронном треке, и какие-то еще дополнительные звуки. Важный момент, что сам по себе сервис, он не будет вам создавать какие-то сэмплы, он не будет их сюда подбирать, подставлять, он не будет подставлять MIDI, он просто сделает шаблон, то есть раскрасит и переименует дорожки, расставит клипы и расставит локейторы. А вы уже подбираете, какую вам бочку нужно, какой снейр, какая мелодия должна быть для баса, для вот этого пэда и так далее. Но это уже очень удобно и очень круто. Кроме того, вы можете нажать еще раз там Generate, и в принципе у вас будет создаваться несколько разных вариантов. Ну, например, вот здесь вот видите, уже есть какой-то аутро, но вот звуков как бы уже сильно меньше, чем было в прошлый раз. И также вы можете выбрать, в каком секвенсоре сохранить. Ну, мы работаем с вами в Logic, поэтому давайте в Logic и сохраним. Ну, пускай такой вариант проекта, мы нажимаем Download, файл. И, в принципе, все. Да, здесь есть дополнительные какие-то всякие настройки, то есть мы можем выбрать, что мы сюда хотим в проект экспортировать, то есть какие-то примитивные там паттерны ударных, также какие-то родные сэмплы, маркеры, либо мы, наоборот, хотим их убрать и так далее. Также можно даже какие-то рандомные синты добавить и какие-то даже ноты. Нажимаем Download и все, здесь соглашаемся со всеми правилами, нажимаем Continue и, в общем-то, у нас пошла загрузка. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное — получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty — это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. И теперь, когда мы открыли этот проект, который мы скачали, смотрите, все то же самое здесь есть. Вот они, маркеры. Они вот так вот здесь реализованы через Arrangement. Также у нас есть дорожка. Причем здесь уже есть какая-то расстановка, пускай и очень простая, но тем не менее для снейров, для бочки и так далее. И в принципе, если мы посмотрим, то мы видим, что в общем-то все расставлено, ну, по правилам drum and bass, и даже темп 172. В общем-то вполне соответствует этому жанру музыки. То есть, в принципе, вы просто берете, сюда подставляете какой-то сэмпл, и он у вас начинает играть те ноты, которые здесь расставлены. И все. Вот так вот очень легко и просто, и круто это работает. Вообще, в принципе,
я рекомендую вам создать шаблон своего трека самостоятельно. То есть вот точно так же, как это делает искусственный интеллект и алгоритм этого сайта, сервиса, я рекомендую вам самостоятельно создать свой собственный какой-то темплейт, шаблон, который вы будете использовать при работе над своими треками. Это очень сильно ускоряет процесс создания композиции. Вы можете накинуть какую-то свою обработку, которую вы всегда используете, какие-то свои любимые сэмплы и так далее. Как бы то ни было, пользуйтесь этим сервисом. Он очень интересный, классный, необычный и позволит вам быстрее прокачаться в создании музыки, да и в том числе в разных жанрах. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Пока.